57. Так, что-то я увлекся. Доктор Минди, так, сколько данных у вас есть, чтобы... Согласно 85, значения довольно точные. Мы знаем орбиту кометы, посмотрим эфемериды и определим расстояние от кометы до планеты Земля. А почему эфемериды уменьшаются? Профессор Минди. Профессор Минди. Да какого хрена? Это правда или кто-то прикольнулся? Ну, дерьмо.